В прошлом году товарооборот увеличился на 37% до рекордных почти 3,5 миллиардов долларов. А в первом полугодии текущего года прибавил еще 17,9%. Россия крупнейший инвестор в киргизскую экономику. Порядка 36% всех накопленных прямых иностранных инвестиций в Киргизии составляют российские капиталовложения. В республике функционирует 800 предприятий с российским участием. Работу по этому направлению проводит межправкомиссия. С нашей стороны эту комиссию возглавляет господин Верчук, слева от меня находится, а с киргизской стороны премьер Жапаров. Мы считаем, что работа идет весьма успешно.